вкусная шаурма. Ой, проснулась. Хорошенькая. Я думаю, она тут неплохо питается около этой шаурмы. Да ладно, не утешай меня. Пошли. Ой, какой сегодня денек классный. Время... Сколько время? Часов 7, наверное, да? 8? 7-15. Плаза. Центр детей и Плаза. Вот отель. Наш мини-отель. Смотрите, какой мороз уже. Все замерзло. Мини-машина. Мы сегодня уезжаем. Решили перед отъездом, тем более такая погода классная, решили сходить вот в этот парк. Это центральный парк города Чаплыгин. Красивые, смотрите, я не знаю, это не туя, они, это какое-то другое. Нет, я просто мысли вслух. Пушка вот такая стоит. Вот вход в центральный парк. Да. О, даже часы, но часы, конечно же, показывают неправильное время. Но мы вообще, хочу сказать, мы вообще приехали не на поезде, а на какой-то машине времени, потому что это какой-то удивительный город. Да, давай подойдем к нашей истории, где нам указывают путь. Но он правильный путь указал мне, а не на самом деле. Правильный. Прекрасный, прекрасный день. А вот ужасный. Да. Ой, как же красиво. Смотрите, какая чистота. Какой порядок. Скамеечки. Плиточка. А, вот резная беседка. Мы ее вчера видели. А ну давай подойдем с другой стороны. Там с площадку уже вижу. По видео я ее узнала, одного блогера местного смотрела и видела. Теперь вот вживую смотрю. Ой, детская качеля. Вот этот паучок. В Москве, знаешь, какие толпы, очереди, да? Да, очереди за такими качелями. А тут вот, только видишь. Сюда можно, пока все, да. Детки. И вот резная беседка. Ой, какая красивая. Ну, конечно, ирландское кружево, друзья. Посмотрите, какие наличники. Ой, просто прелесть. Это металл, это не дерево, это металл. Давайте зайдем. Ой, какая красота. А, это шахматные. Ага. А, это... Да, это клуб, шахматный клуб. Видите, сразу здесь. С правильными можно играть. Да, вот здесь вот шахматные доски. Ой, ну очень красиво. Мне 2 и 4, я знаю. Вот. Вот такая красавица, беседочка. Да, кованые скамейки. Очень красиво. Какой сегодня хороший денек. Ну, идем дальше. А вот посмотрите, какая аллейка. Вот. Плиточка везде. В общем, идем. Детская площадка. Ага. Куда? Сюда пойдем, да? Ну, сегодня прям сам Бог велел.
поснимать для вас, чтобы... Ой, смотрите, какая красота осенняя, а? Кленовые листочки, вот такая круглая скамеечка. Да вообще прелесть. Тишина, покой, умиротворение. Дышится легко, потому что... Я, кстати, очень хорошо спала. Вчера был насыщенный день. Мы много ездили, много смотрели. Много ходили. Да, много ходили. Это уже привычка, потому что ходить столько, конечно. Я не знаю, сколько мы километров намотали. Ой, смотрите, какие елочки. И вот опять. Вон медвежат эти. Да, сейчас мы подойдем к живой, можно сказать. Как это называется искусство, я не знаю, когда из кустарника попиари вырезают всяких животных. И вот танцплощадка здесь у них. И вот открывается парк. Ой, как красиво. Пирамидальные тополя, друзья. Солнечный день. Конечно, тут бы уже вот здесь поменять бы плиточку пора. Скамья примирения, видите, друзья? Вот так вот. Хочешь, не хочешь, мирись. Смотри, как красиво листва лежит там. Боже мой, ну это же картина масла. Вот дом Меньшикова. Ой, какая красота. С собачкой гуляют. Очень красиво. Боже мой, это просто прелесть прелестная. Дом-музей Меньшикова. Ой, плитка вся поздувалась. Смотри, не это. А, это, наверное, покажется, что это не А, это, наверное, это все, это не, ну, похоже, похоже на, но это не искусственное все. Но все равно красиво. Вот такие вот зеленые мишки. Мама. Мама с двумя медвежатами. Все равно красиво. А вот здесь вот, вот эта аллейка из арок. Сейчас снятые цветы, которые летом здесь висели на этих арочках, вот нас встречают с хлебом солью. Видите? А зимой здесь будут вешать гирлянды, светящиеся огни. И будет тоже очень красиво. Сейчас откроется просто панорамный вид. Дальше будет овраг. И мы увидим Нижний парк и речку. Я не уверена, конечно, мы первый раз здесь идем по этому парку, но когда мы проезжали на машине, так впечатляюще был вид, красиво. Там кораблик стоит, но это же город Петра, поэтому... Это фонтан, наверное. Там фонтан, мы думаем, что это фонтан. Давай подойдем. Вот. На траве роса, мороз, вернее, изморозь. Да, это фонтан. Ну, конечно, сейчас он не работает, но летом здесь очень хорошо. Вот так вот, там город, а здесь парк. Ой, какой там вид открывается, друзья. Очень красиво. Ой, посмотрите, какой... Ой, друзья, у меня, я не знаю, у меня прямо аж дух перехватило. Сейчас я вам кораблик покажу, но взор мой над... Иди сюда, Анечка, иди сюда. Вы посмотрите, друзья, это вот Нижний парк. Сейчас мы подойдем в это... Вот там скамейки, беседки, течет речушка. Друзья, это неимоверная красота. У меня дух аж захватило. Просто дух перехватило. Как же красиво, а? Друзья, видите, мороз был. Я вам сейчас покажу. Видите, как пожухли петушки. Все почернело. В этом году как-то мы обошлись без бабьего лета. Сразу в сентябре похолодало, и все. Ой, может быть, оно в октябре будет. Аномальное бабье лето.
Вот это, наверное, верхняя точка, как смотровая площадка. И да, свадьбы точно. Вот замки здесь. Вот этот ритуал. И вниз открывается вот такой нижний парк. Неимоверная красота. Неимоверная. Розы здесь вот. Смотри, не упади, здесь ступенька. Очень красиво. Просто очень. Петухи кричат, слышите? Солнышко там встает. Класс. Класс. Ну, спускаемся в Нижний парк. Дом Меньшикова. Такие кованые скамеечки. Очень красиво. Очень. Этот город вообще, ну, можно обходить пешком, как вчера мы ходили, накручивали. Причем так все быстро, из одной точки в другой можно за 20 минут дойти. Не доехать, а дойти. Боже, какая красота. Очень красиво. Народ гуляет, смотри, вот женщина идет. Вообще этот город резных фигур. Вот всякие фигурки, я уже вот волка вижу, вырезанного. Вот мы спускаемся вниз. Там даже оборудован пляж, но я не знаю, насколько вот здесь вот это для стока воды, потому что все-таки с горы все это дело. Ой, класс. Елочки, смотри, какие. Конкретный спуск. Ага, потом подъем, Аня. На велосипеде тут опасно спускаться. Меня же прям несет вниз. Вот волчок. Только на санках, наверное. На лягушке на этой. Вот волк вырезан. Ну, я не знаю, может быть, это пластик. Ну, под дерево, конечно, сделано. Там вон лев ходит, тигр ходит. В общем, это город каких-то таких вот сказочных персонажей. Мультяшные герои. Волк и заяц из «Ну, погоди», мы видели уже. Карлсона, в общем. Бабу-Ягу. Бабу-Ягу, да. Такой какой-то город сказочный. Ну вот мы спустились в Нижний парк. Я не знаю, здесь купаться, конечно, вряд ли. Но просто вот посидеть, позагорать. Прям очень хорошо. Вот такой лев нас встречает. Левушка. Здесь, наверное, тоже фонтан. Или, не знаю, просто как озеро сделано. Вот. Ну, привет. Привет. Там тренажерный зал под открытым небом. Скамейки. А вы здесь на прископке скамейки? Да. Там... А, это, наверное, площадка. Здесь, наверное, что-то показывают. А там, наверное, типа... да. Наверное, здесь какие-то... Стопуду. А водичка течет, смотри. Видишь, как продумано. Что все стекает в речку. И сухие дорожки получаются. То есть продумали. Нет, купаться здесь, конечно, мы не будем. Там, конечно, типа пляжика оборудовано, но... Все, пойдем на мостик. Речка такая. Ой, смотрите, как капельки капает роса. Солнышко припекло. И вот эта изморозь, я не знаю, видно вам. Здесь тоже вот такая красивая резная беседка. И вот капельки капают. Ой, очень красиво. Очень. Вот такая вот беседочка. И вот мост через речку.
Да, аккуратно, не упади. Солнечные батареи, там, наверное, огни загораются. Днем подзаряжаются, а вечером... Ой, скользко, аккуратно. Мост скользкий. Ну, потому что изморозь вот эта была. А сейчас солнышко вышло, оттаяло все. Ой, ну красота красивая. Церквушка там. Вот мы спустились с горки. Вот так это выглядит с этой стороны. Класс. Там уже частный сектор пошел. И здесь тоже более равнинная местность такая. Здесь уже такой ровненький парк. И, по-моему, с фруктовыми деревьями. Я подозреваю, что там... Класс. Ну что, пойдем, выйдем с другой стороны, не пойдем вверх. Пойдем. Куда-нибудь, куда нас дорога-то это выведет. Ой, класс. Ну, тебе расстилай и загорай. Конечно, здесь у всех частный сектор, есть где загорать. Но, тем не менее, даже просто вот так пройтись, прогуляться, ну, очень хорошо. Ой, какое красивое, да, сочетание, посмотри. Речка сюда. Да, речка. О, пошла речушка. Красота. Ой, какой красивый пейзаж. Смотри, вот в камере даже красивее на самом деле. Да ладно. Да, вот посмотри. Ну, красиво. Прям хочется взять мольберт с красками, да, и начать кусать. А вот вообще дом, прям в парке. Да. А что ты шепотом говори? Блестит трава, да? Ну, потому что изморозь. Вот вы видите, еще не все растаяло. Вот прям иней на траве. И сейчас солнышко припекает. Все это росинки эти на солнышке играют. Очень красиво. Очень. Вот там церквушка. Класс. Просто класс. Друзья, посмотрите, вот еще не растаял иней. Я не знаю, что это, крапива или что это. Очень красиво. Какая красота. Друзья, это трансформаторная будка. Посмотрите, какое решение. Ой, надо было с другой стороны снять. Сейчас прям не поленюсь, пройду. Солнышко с той стороны, а то темный кадр. Представляете, как позаботились о том, чтобы даже трансформаторную будку, такой девайс, вписать в этот исторический парк. Будка с башенками. Вот. Вот так вот. Друзья, слышите? Душа поет. Это вот на той церквушке идет оттуда звон. Вот оттуда. Класс. Как же красиво. Посмотри, какие все домишки. Ага. 8 часов, пора вставать. Вон Петр Первый и Меньшиков там. Вот еще одна. Здесь город церкви вообще.
Черный кот, смотри, торопится куда-то. Как бегемот. А, их там смотри сколько. Вон второй, вон кошка сидит. Город кошек там такой. О, собрались втроем. Банда. Угу. Здесь фонтан. Сейчас, конечно, он не работает. Клумбы красивые. Скамейки. Какая красота, а? Очень красиво. Это основатели города. Петр Первый и Меншиков. Скамеечки. Очень красиво. Еще один Ленин. Что? Еще один Ленин там. А, Ленин? Угу. Боже, какая погодка. Как красиво этот город к солнцу выглядит. Вообще обалдеть. Что ты? А у нас ничего с собой нету. Ой, какой красивый. Какой красивый. Обалдеть. Умывается. Друзья, решили немножечко подкормить местных котеек. Вышла из магазина с пакетом. Только кыс-кыс, как они бросились все. Еще кто-то придет, поест, кушайте. Мои сладкие. Ой. Это нереальная красота. Просто нереальная. Вот больница у них здесь, стационар. Там мы садик прошли. В общем, идем. Идем на станцию. Все дома, смотри, все это... Угу, сейчас. Клумба. Это в здании станции Раненбург. Ну что, на какой путь? Может быть, Тамбов, Москва? Наверное. Да? 10-10. Да. Отправление, да, вот так получается. Угу, второй, да? Да. Второй путь. А, ну да, 0,45, да, там что-то в билете было 0,45. Идем. Уважаемые пассажиры, скоро поезд 45-й. Там, в Москве, будет принимать.
приниматься на четвертый путь от вокзала. Поезд 45-й будет приниматься на четвертый путь. Нумерация вагонов хвоста поезда.